С наступлением мая детский оздоровительный лагерь «Спутник» вновь объединил тверских школьников под крылом военно-патриотической игры «Орленок». Команды учащихся 8 и 10 классов из образовательных организаций Центрального района боролись за право называться лучшим юноармейским отрядом 2024 года. Какие навыки отработали «Орлята» и чему научились, расскажет наш корреспондент. Боевое построение, доклад командиров о готовности команд, поднятие флага под гимн России. Вот так торжественно на протяжении 29 лет начинается военно-патриотическая игра «Орленок». Затем отряды расходятся по площадкам, где сдают спортивные нормативы. Здесь царит командный дух, атмосфера товарищества и взаимовыручки. Алина и Арсений учатся в 6-й гимназии, она в 8-м, он в 10-м. Но в «Орленок» записались вместе. Оба очень общительны и любят спорт. Арсений – правнук героя Советского Союза полковника Виктора Григорьевича Степанченко. Считает, что участие в «Орленке» – одно из проявлений патриотизма. Хочу отдать дань своим предкам, так как это патриотическое, это очень важно для нашей страны. Мы с пацанами готовились, тоже очень упорно тренировались, по 2 раза в день собирались бегать. На дальние дистанции, так и на короткие. Подтягивания, сборка-разборка автомата обязательно. Эту неделю правильно питались, чтобы лишний вес сбросить. В общем, готовились по полной программе. Нам нравится спорт. Мы хотим не упустить возможность потренировать себя и испытать себя в такой обстановке. Для участия в творческом конкурсе на лучшую патриотическую песню гимназисты выбрали «Марш служить России». Тимофей, Ульяна, Наталья и Назар долго репетировали, но результат того стоил. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить России. Традиции «Орленка» – возложение цветов к братскому захоронению времен Великой Отечественной войны. И это тоже патриотизм. Именно это чувство, еще знания и навыки, полученные в ходе подготовки к игре, важны для будущих защитников Отечества. Вот из таких игр «Орленок», «Зорница», в разговорах со своими дедушками, бабушками, в просмотре патриотических кинофильмов. Тут все идет в копилочку того, чтобы они выросли высокодуховными людьми, гражданами нашей страны, готовыми встать на ее защиту. По итогам состязаний первое место заняла команда юноармейцев гимназии номер 12. Второе место присуждено отряду школы номер 16. На третьем учащиеся школы номер 36. По окончании игры ребят накормили солдатской кашей и горячим чаем из полевой кухни.